В одном строю лучшие борцы, лучники, фигуристы и конькобежцы России, члены сборных команд страны по олимпийским видам. Спортивную форму они сменили на военную. Теперь все 55 бойцов – будущие солдаты спортроты ЦСКА. На учебное место номер один. Шагом. Марш. В Сочи спортрота ЦСКА для прохождения курса молодого бойца прибыла из подмосковной Балашихи. Здесь они учат устав, проходят строевую подготовку, военно-медицинскую. Сегодня в программе подготовка огневая. Будущие солдаты учатся обращаться с боевым оружием. Познают азы стрельбы в разных изготовках. Отпускаем, ставим на предохранитель. Находим цели, докладываем. Как говорит командир Сергей Соколовский, с новобранцами спортивных рот работать гораздо легче. Железной дисциплине учить не надо. Спортсмены к такой привыкли. Намного проще, потому что они достигли уже больших высот в спорте. Спорт их закалил, воспитал. Это передается, скажем так, при занятиях по боевой подготовке, на то, что они легко усваивают материал. Координация у них лучше в строевой подготовке. Спортроты в нашей стране возродили 2 года назад. Их задача – непрерывность подготовки спортсменов высшего уровня. Как говорят сами новобранцы, для профессионального спортсмена пропускать целый год тренировок – непозволительная роскошь. Очень рад, что свою службу в спортроте ЦСКА, что есть такая возможность вообще для спортсменов. Это очень приятно и очень удобно, потому что если пропускать год тренировок – это невозможно будет потом, я думаю, восстановиться, очень трудно. Задача новобранцев ЦСКА такая же, как у солдат других рот – служить стране. Правда, служить они будут на спортивных аренах мира, защищая цвета российского флага. Поэтому постоянно находиться в военных частях спортсмены не будут. В спортроту будут возвращаться в перерывах между сборами и соревнованиями. Завтра у спортсменов важный день. Новобранцы спортроты ЦСКА примут военную присягу. Церемония уже во второй раз пройдет в Сочи и снова в Олимпийском парке. Среди приглашенных гостей – высшее руководство страны, а также легендарные тренеры и спортсмены ЦСКА. Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.